С вами Мегаобзор.ком, и в центре внимания сегодня будут новые беспроводные внутриканальные наушники Lambda LTV20. Данная модель поддерживает технологию ENC, защиту от воды класса IPX4, быструю зарядку, а также оснащены модулем Bluetooth 5.2 с кодеком MTX. Комплект включает дополнительные пары силиконовых амбушюров, USB кабель, руководство пульсля. Зарядный кейс наушников выполнен из металлического сплава, он устойчив к деформациям и долговечен. Форма компактна, свободно помещается в кармане, за счет закругленных боковых граней не цепляется при извлечении. Зарядка проходит через разъем USB-C, расположенный в основании. Данная модель поддерживает технологию быстрой зарядки. Внутри кейса наушников дополнительно еще не фиксируется магнитным замком, исключая случайное извлечение. Корпус наушников традиционной формы для внутриканальных моделей с вытянутой ножкой. Выполнен из пластика, качество сборки хорошее. На внешней стороне ножки Lambda LTV20 позолоченная зона, в ней находится светодиодный индикатор активности и здесь же сенсорная зона управления. Касаниями можно менять громкость, отвечать и завершать звонок, активировать голосовой помощник Google и Siri, переключать треки. Гарнитура поддерживает вывод голосовых оповещений на русском языке. Корпус защищен от попадания воды и соответствует требованиям класса IPX4. В них можно принимать душ, тренироваться и гулять в дождливую погоду. На ножке динамика зафиксированы силиконовые амбушюры. В комплекте владелец получает 4 пары. Подобрать под себя сможете. Для беспроводного соединения данная модель использует актуальный Bluetooth 5.2 и помимо AC и SBC есть MTX. Качество соединения отличное, не сталкивается с проблемами в ходе длительной эксплуатации, а используем их с разными устройствами. За работу отвечает чип Qualcomm 3040 на борту 10-мм излучатели. Эта пара выдает звук с хорошим уровнем детализации, чистый бас, звонкие верхи. В них слушали музыку со стриминговых сервисов, подкасты, смотрели сериалы. Запас громкости тоже хватает, и при выходе на верхние уровни шумов и артефактов не было. В ушах сидят плотно, можно ходить, например, на дорожке, на улице, не выпадали. Емкость встроенного аккумулятора составляет 45 мАч, хватает примерно на 6,5 часов беспроводного воспроизведения. В комплектном зарядном кейсе можно провести 3 полных цикла зарядки. Наушники поддерживают технологии ENC, предлагаю оценить, как работает микрофон без постобработки. Итак, друзья, давайте перейдем непосредственно к самому тесту микрофона беспроводных наушников от компании Lambda, модель LTV20. Запись веду на программу AudioCity. Нахожусь в помещении, разговариваю обычным голосом. Наушники подключены через радиоканал Bluetooth. И вот так примерно пишет микрофон данных наушников, если вы будете использовать в качестве разговора. В итоге, при стоимости в 5000 рублей, мне кажется, данная гарнитура станет хорошим выбором при поиске беспроводных многоканальных наушников. С удовольствием обсудим с вами Lambda LTV20. Лайк, подписка приветствуется. Пока-пока.